Всем привет! Всем привет! Сегодня сейчас, блин, телефон 4, по-моему, 4 октября. Вот одну косилку мы сделали. У нас ремонт был этих кожухов. А сейчас вторую, 1,85 м делаю. Вот так вот наступится. И покажу, как она, то есть уже последнюю оттаву на зеленку докошу. И как раз в этом видео покажу этот процесс, как она косит. Сейчас мы маленько дособираем и поеду скошу. Ладно. Это что такое? Это крепление. Да? А он то еще? Поменять их? Зачем? Их надо обрезать, чтобы они не торчали. Я пятый раз говорю. Угу. Ну, сейчас же некогда. Правильно? Давай сейчас обрежем. Угу. Ставится она. Вот этот кожух прикручивается к тарелке. Сейчас покажу. Вот на эти вот болты. На их вместе с кожухом. То есть обязательно кожух поставить, потому он не понадобится. А сама ступица. Сама тарелка прикручивается к верхней ступице. Вот так. А это вот идет уже нижняя ступица. То есть это две независимых ступицы. Потому что верхняя тарелка крутится от редуктора шестеренкой. А нижняя, она на нижней ступице крутится сама по себе. То есть вот она сама по себе крутится. Это нижняя ступица. А верхняя, она вот вместе. Тут она крутится от кардана. Так что как-то вот так вот. Нет, уже у нас самодельные. А сейчас отпиливали, торчали маленько. Они торчат и начинают их загибать. Препятствия. То есть основные проблемы — это засоренность полей. Некость, муравейники. При встрече препятствия она начинает ломаться. Вот она, старая. Старый кожух. И вот так вот произошло. То есть его вырвало. И он начал в бок. И он начал, то есть, мотаться, бить. Центровку потерял и начало гнуть. Ну что, Игорь, не дотянул? Надо ключом сейчас поделать. Ага. Сейчас все, тогда смотрите дальше. Наверное, вот теперь все. То есть поехал в поле, скосил эти огороды, сидел, думал, что делать, как перецепляться. Обмотчик из-за там за этих двух огородов, там два рулона, блин, а то и полтора выйдет. И решили с Игорьком ехать в поле. Сделал я 12 прокосов, вот такая вот оттава. 12 прокосов. Завтра это сгребу и вместе с огородами закатаю все наши. У меня там еще осталось, наверное, полбухты стрейча. Ну, или около бухты. Ну, не знаю. В общем, и закатаю это в силос. Получится силос. Хороший. Зеленый такой, настоящий. Ну, вот что нам сегодня косилка показала. Так, ну это петля, я уже покажу там на видео, как она застегивается. Все, нет, ну такое дребезжание, звук, как будто ножи бьются друг от друга. Или сухая трава, так муравейники. Ну, в общем, суть в том, что барабан все нормально стоит. Может, об кожух трет, вот об этот.
не знаю, такое лоскотание не особо приятное. Вот. Вот эти места. Вот видно уже трещина. Будет на видео, нет? Это сварка заводская, то есть вот этот кожух приварен здесь. Сейчас. Он где-то в двух-трех местах так прихвачен. За это вот, вот сегодня попало. Вот удар. Ну это я показывал давно. Вот столько сегодня. Может гектара, гектар-полтора скосил. Вот такие вот удары. Вот так. Для себя 30 там гектар скосить в сезон. Эта косилка, блин, просто вертолет. То есть не вылазить, ни ножи. Выскочил там 2 минуты, блин, поменял. Все, дальше попер, блин. Какие там сегментные. КРН-ка. Да, КРН-ка. Тоже с ней никаких проблем. То есть сел и до вечера косишь. Но КРН-ка вот такую атаву не возьмет. То есть вот то, что здесь скошено, это будет все в трухе, мелочь, и я не смогу замотать. А вот из-под этого вирекса газонокосилка, я ее называю, потому что она молотит очень низко, получается как газон. Ну, в общем, все, окончательно ставлю ее, больше косить не буду до следующего сезона. Ну и в следующих видео буду показывать, какой у нас получится здесь силос. Если, конечно, кому интересно, пишите. Если интересно, значит, будем снимать. Ладно, всем пока.